Сейчас такими эмоциями зарядилась от ребят и вообще от того, что в этом вузе происходит, вообще какие ноу-хау здесь, того, до чего даже не додумались там где-то более в центральных наших, скажем так, городах России, да, там таких, как я просто поражена тем, как действительно, ну, для женщины это крайне важный вопрос, да, создание семьи, и когда это, отучиться, потом уже работу начинать, все время оставляешь это там, позже, в моей так жизни произошло. Если бы у меня были такие возможности, действительно, что ребенка можно оставить. Вот мы познакомились с девочкой, которая на втором курсе родила. Здесь есть комната матери и дитя. Ты приходишь учиться, отдал ребенку. Ну, насколько все продумано для того, чтобы действительно учиться, для того, чтобы было комфортно, для того, чтобы, конечно, я понимаю, что тут дисциплина очень жесткая, но при этом вот насколько все с душой сделано, насколько все грамотно. Поэтому я, конечно, под огромным сейчас впечатлением того, что здесь вот за это маленькое короткое время, которое здесь нахожусь, произошло, а как вкусно здесь кормят, может, это отдельный, конечно, вопрос, но я даже не хотела. Я не очень хотела есть, но с удовольствием скушала и капустный салат, и суп очень вкусный. Так что, правда, а концерт, который сейчас был, вот мальчик Артем, просто меня сейчас, знаете, вывел из какого-то моего даже, наверное, привычного состояния, потому что, ну, я часто сужу и в жюри бываю, но вот так, чтобы у меня аж мурашки просто по коже шли и слезы на глазах, ну, я даже вот сейчас в последнее время не прям помню, чтобы такое было, и даже вот сейчас у меня сразу возникла идея, потом предложу руководству, просто, ну, это нужно прославлять и свой вуз, и страну. Сейчас вот на «Звезде», на канале «Звезда» есть конкурс, поэтому я сейчас обязательно позвоню, там, жюри моя подруга Зара, но тут даже никаких и протеже не надо, но просто настолько доносить смысл, понятно, что в голосовом у нас есть талантливые люди, но вот так, чтобы вот от каждого слова мурашки бегали, ну, такой это просто вот, ну, уникальный сейчас человек, я увидела, и сейчас под таким, знаете, эмоции, я немножко устала, потому что сегодня с утра и дни встречи, эмоционально, конечно, затрачиваешься, но сейчас такой получила огромный заряд, у меня прям не самой аж, знаете, легче стало, лучше, поэтому я под большим, огромнейшим просто впечатлением. И мы договорились, что я привезу сюда и фильм наш, он тоже, ну, как патриотическое воспитание, вообще здесь очень много всего, ну, конечно, понятно, что именно такие вузы должны патриотически воспитывать, да, но как вот здесь это правильно сделано, потому что лозунги обычные сейчас уже не работают, это все где-то там очень далеко, в советское время, я за родину, вот это все ушло, это в поступках, это в каких-то действиях. И, конечно, то, что, ну, это просто целый спектакль, я сейчас увидела, вчера была в театре, но могу сказать, что это точно может дать конкуренциям театра Вологодской области и вообще, наверное, Вологды. Ну, безусловно, я сюда привезу свой фильм «Батальон», надеюсь, он тоже понравится, поэтому договорились, что какие-то, может, сформируют вопросы или идеи, или предложения, поэтому я открыта, готова и обязательно вернусь сюда вновь.